Так, ребята, всем здорово. В общем, сегодня наконец-то мы подведем итоги нашего розыгрыша. Выберем счастливчика и обладателя секатора. Дольше длилось, чем я думал это все. Но, тем не менее, наконец-то сегодня мы это сделаем. По техническим причинам не смог я это сделать дома. Слабенький компьютер. Вот встретились с племянником и сейчас наконец-то мы разыграем. Значит, сейчас мы находимся на моем канале, заходим под ролик розыгрыша. Сейчас мы смотрим, у нас здесь 85 комментариев, то есть вот, грубо говоря, 85 шансов выиграть секатор. Кто писал больше, того больше шансов. Условия были простые, просто быть подписанным на канал и, значит, написать комментарий. Все. Сейчас мы копируем ссылку данного видео, переходим вот на сайт рандома. Вставляем ссылку, и оно нам выберет нашего победителя. Загружаем данные. Вот у нас есть наши комментарии. И нажимаем «Выбрать случайный комментарий». И вот мы смотрим. У нас есть победитель по имени Микруха Маклай. И комментарий «О, для моего сада божественная вещь». Сейчас мы переходим назад на мой канал и проверяем, чтобы этот Микруха Маклай, ищем его и проверяем, чтобы он был подписанным на мой канал. То есть условия были довольно просты, просто, еще раз повторюсь, написать комментарий и быть подписанным. То есть если данный человек подписан на мой канал, значит именно он и будет счастливым обладателем данного секатора. Проверяем, смотрим каналы. Ну, я единственный подписчик. Это может какая-то фейковая страница. Ну, может человек принципиально не подписывается. То есть будем считать, он победитель. Давайте так. То есть условие выполнено. Он подписан. Комментарий написан. И прошу этого человека, значит, в комментариях связаться со мной. Дальше мы уже решим, какой он страны и каким образом ему поедет подарок. То есть вот так вот, Микруха Маклай, поздравляю, вы стали обладателем новенького секатора. Надеюсь, он вам пригодится в дальнейшем. Все, ребят, вот такой вот видео розыгрыш. Думаю, в дальнейшем мы еще что-нибудь разыграем, в зависимости от того, какая будет реакция, да, на это видео. Какие будут отклики, скажем так. Люблю обратную связь, всегда отвечаю на комментарии, общаюсь с людьми. Ну все, такое видео о результате розыгрыша. Все, всем счастливо, пока.